Если успеешь поставить лайк за 3 секунды, то все, о чем ты мечтаешь, сбудется! Пацанчики, здорово! Как дела? О, салам алейкум, братишки! Дела, кайф, как сам? Здорово! Здорово, Бян, да все нормально! Слышь, Бовис, а ты не замерзнешь в свитере в таком? Да нет, его бабушка шила, он тепленький, хоть потрогайте. А, нифига себе, ну, в натуре, Бабян, шерстяной, по кайфу. Смотрите, парни, дороги не чистили, скользко, блин, аккуратнее будьте. Юху! Ага. Лёд! А это вы, мужики, слепили, блин? Да, естественно, кто же еще, блин? Ну, нифига себе, крутой у вас снеговик. До Нового года, блин, практически месяц, парни, остался, уже совсем скоро. Ага. Ну что, мужики, вы готовы сегодня полезть на заброшку, на старую стройку, полазить там? Да, Димон, готовы. Ага. Да, ну все, так и полезем сегодня, покайфуем. Только знаете что, парни, я предлагаю на дорожку зайти к Армену в кафешку и пописать у него в туалете. О, давай. Смотри, что, короче, Бабяк написал, блин, на стенке. Бабян, ну ты вандал, ну ты пухнул, Бабян. Нормально. Ладно, погнали к Армену в кафешку, блин. О, Арменчик, салам алейкум. Мы у тебя в туалет быстренько забежим, и все, мы на стройку полезем, на заброшку будем лазить там. И вообще, короче, это, по приколу все, ага. Только маме не рассказывай, хорошо? Давайте, пацаны, блин, у Армена, как всегда, в толчке... О, фу, парень! Ай, фу! На, Фабио! Фу, убери, ты что тут как кулик? Да что ты делаешь, блин, ты что? Прекрати, блин! В смысле? На, Андрюха, блин! Эй, убери какушку отсюда, эй! На, какушку, блин, оп, на голову тебе надень! Ай, фу, ты в говне, блин! Фу, дядя Армен никогда не убирается, блин, в туалете! Это дядя Армена вот это вот прикол, это его! На, убери, блин! Ладно, мужики, блин, сходите. А то я уже перехотел, блин, и погнали уже на заброшку, а то прям вообще, если сильно стемнеет, то все. Ну, да, Бабян? Да, вообще капец, а вы перчатки взяли с собой? Нет, я так, с голыми руками, блин. Ну ладно. Ага. Ну ладно, парни, погнали, короче, все, отсюда. Давайте, погнали, блин. Все, погнали на заброшку, уже выйдем, блин, и все, по кайфу это, полазим. Ага. Себе, блин. Че? Вы видели? Кого? Что это было, блин? Ага, блин, кто-то бутылки разбивает, и там еще это, кто-то бегает на улице, блин. Ладно, ага. Мужики, погнали, короче, на заброшку. Смотрите, тут как-то мне рассказывали пацанчики, что можно залезть, блин, прямо на этот кран заброшенный башенный. Но только я не знаю как, парни. А как на него залезть, блин? А непонятно, вон, смотрите, может, вот эти палки, они куда-то ведут, может, как-то там залезть? Да а? По палочкам имеешь в виду? Ну да, вот поверху. А может это? Ну, Бабян. Ящички надо составить. Да я не думаю, блин, это слишком много, Бабян. Мне кажется, вот, именно по этим, по крыше сверху, видишь, Андрюх, палки вот эти? Да вижу, а чего внутрь не вошли? Может, а, ну, это вот, лестница натуре. Есть, а? Нет, тут лестницы нет, я же тут был, блин, на тех выходных в этом здании, тут лестницы нет, парни. А, понятно, давай тогда посмотрим, куда эта балочка ведет, блин. Вот, оно, походу, с соседнего здания, мужики, ага. Наверное, можно. Давайте попробуем, блин. Вон. Опачки, ну-ка попробуем. Так, только главное это, блин, тут же это. Аптека, мужики, блин, там, наверное, это, охрана и все такое, надо будет аккуратно на крышу пролезть. Поздно. Так что не палитесь, если что, парни, мы просто гуляем, все, погнали туда. Заходим, парни. О, открыто, блин. Ой, тут уборщица. Внучки, вы что тут делаете? Вон отсюда, быстро! Но мы только посмотрим. Так, парни, блин, нас выгоняют, что делать будем, а? Да блин, смотри, у нее метла, братан, давай уйдем отсюда просто, а? Ну да, Бабян, ты что сделал, уходим? Ты что сделал, уходим, скорее, блин! Ё-моё, нафиг надо, закрывай, Андрюха, давайте посмотрим, может, можно как-то, парни, обойти и залезть вот так, со стороны улицы, слышите? А? По пожарной лестнице, если есть. А вот она, кстати. Ну вот, сюда и погнали, отлично, парни. Вот так вот. Ё-моё, блин! Чё такое? Капец, вот. Видели? Труба, блин, вентиляция. Чё такое? Нет, парни, я видел Вуди Экзе. Из истории игрушек. Страшный Вуди Экзе, блин. Проклятый. Димон, ну ты чё, блин, несёшь чепуху какую-то? Блин, показалось, что ли, мерещится. Я просто сегодня ночью плохо спал. Как думаете, может из-за этого глюки? Ну, возможно. Может быть, а что делал-то? Да ничего, играл в игры.
Какие? Да в компьютерные. Вот, ладно, парни, аккуратно. Тут скользко, самое главное, не упадите вниз, блин. По стройке лазить зимой, это очень опасно, блин. Разобьемся, руки сломаем, ноги. Так что аккуратно, давайте за мной. Скользко-скользко, мужики, реально. Ага, аккуратно, парни. Че, давайте чуть-чуть вниз, вот сюда. Оп. Вот. Надо прыгать. Бабян, давай не расшибись. Парни, тут садитесь, сосульки, блин, аккуратно. Блин, я боюсь, ладно. Да-да-да-да-да. О, вот так вот. Все-все, по-тихому. Ну все, парни, теперь вот сюда можно наверх по лестнице. Во-во, за мной вот так, мужики. Тут чуть-чуть присядьте. О, нифига себе. Аккуратненько, парни. Ага, давай-давай, еще выше, мужики, полезли сюда. Не страшно. Да, так вот тут крыша, тоже. Мужики, да? Парни. Что там? Ё-моё, там этот. Ой, блин. Мужики. Да. Я лезу к вам! Там этот, видели? Вуди! Реально, смотрите, это же Вуди Экзедиман, ты не наврал, реально! Не наврал, так может ты не будешь подходить, Андрюха, к нему? Ой, блин! Андрюха! Мы скинули! Бобян, он меня скинул! Бобис! Диман, я здесь! Валим. Он убил Андрюху, что ли? Бобис! Чё делаем? Да, да, да! Слышишь, давай кормешки, блин, там перекантуемся, попросим помощи! Он Андрюху убил, Бобян! Блин, капец! Ты видел? Прям зафигарил! Блин! Блин, вот это он жесткий, ладно, побежали! Погоди, Бобян, давай попробуем Андрюху вытащить. Сейчас я за Андрюха, спиной. Блин. Сейчас я за спиной, Вуди. Ударю по нему. Так, так, тихо. Он стоит, блин, Бобян. Так, не забраться. Сейчас я попробую. Я снизу подожду. Я по лестнице забрался. Сейчас, как Андрюху-то? Давай. А, блин! Его никак, Бобян, походу, все, Андрюху залепило. Блин, походу, никак не достать. Я блин, не вижу. Капец, что нам теперь делать? Я не знаю. Все, Бобис, походу надо сваливать, блин. Походу все, Андрюха с концами там умер. Блин. Ладно, давай побежали к Армену. Давай кормешки. Вот, вот же. Ай, блин, Бобян. Тут ура, это давай скользко. Давай быстрее, заходи. Давай, давай, давай. Дядя Армен? Армен? Бобян. Он, походу, здесь всех их убил. Походу, этот Вуди всех поубивал. И Армешку, и его кафешку. Всех! Тут все мертвые! Я тогда кассу обчищу. Бобян, чисти кассу, и надо сваливать, походу. Ну чё, Бобян, обчистил? Да-да-да, забрал кассу. Ой, блин, он здесь. Ой, блин. Уже! Бобис, что делать будем, слышишь? Блин, ё-моё. Капец, надо выбежать с этого кафешки. Давай-давай, ладно, выбегаем, Бобян. Ой, сейчас меня убьет, походу. Тихо-тихо, аккуратно, выходи. Всё-всё, вышел. Что делаем, так, Бобис? Так, блин. О, я вспомнил, короче, у моей матушки есть оружие в доме, надо туда бежать. Бобис, он сзади, не стой! Давай-давай, быстрее, за оружием твоей мамы, быстро! По-моему, здесь вот. Так, давай-давай-давай, домой! Так, это не то. Бобис, капец. Ты не знаешь, где ты живешь, что ли? Да я забыл, Диман. Бобян, ты что, дурих? Блин, капец, так, это заправка. Так, Бобис, ты что, угораешь? Вот, вот он, по-моему, вот сюда вот. Бобян, давай, заходи! Заходи! Закрывай дверь, Бобис, фух, слава богу. Ой, блин. Он так. выбил дверь! Как он смог выбить? Нам я не сюда. Знаю, Бобян! Он охотится, блин, на нас, он нам преследует! Нам на первый этаж надо! Так, оп, погнали! Давай сюда! Заходи! Заходи, открывай, открывай! Ну открывай уже! Да блин, дурацкие двери! Бобян, он сейчас все выбьет! Так! Он все выбивает, Бобян, смотри, смотри, какая елка красивая, кстати! Елка крутая! Где пушки, Бобис? Вот здесь вот! Ты суетной! Давай! Это револьвер, Бобян! Он один? Больше нету? Да, по-моему, да! Вон он, Бобис! Он там, а, вот тут еще пистолет есть у меня! Где? Бери! Вот. Так, взял пистолет? У бачка завалялся. Так, где он? Давай быстро на улицу, Бобян, пока он там. Выходим. Давай. А, блин, а где выход на улицу? Вот. Вон. Выходим на улицу, быстро, Бобян. Быстрее. Давай, валим, где он, блин? Он уже здесь. А как так, Бобян? Перезаряжаюсь. Стреляй по нему, постреляй по этому гаду. Стреляю по этому Вуди Экзе, проклятому, страшная он, кукла Вуди. Капец, он носится быстро. А, кукла Вуди Экзе. Аккуратней. Проклятый капец, я не могу попасть, он слишком быстрый, Бобян. Согласен. Ой, блин, зажал все ножки, Диман. Бобян, я вообще ничего не понимаю. Получай. Бобис, ты куда там? А, вот он, получай. Я вижу. Все, мы его сейчас крохнем. Сейчас, Бобян, сейчас мы его. Блин, Диман, я помогай. Не умею стрелять, Бобян, с револьвера и вообще с пистолета. Бобис! Ё-моё, он вырубил Бобиса, убил Андрюху, перезаряжаю. А, идет на меня. Так, патроны. 5 патронов. 6. Так, 5. 4 патрона. Сейчас убью его. Капец, он мощный. Ё-моё. Андрюха. Блин, где я? Что это за палаты? Что это за больница такая? Блин, надо вставать по-тихому. Да. Блин, Андрюха! Он не живой, он умер! Блин, а где Бобис? Так, это не Бобис, слава богу, а может это Бобис? А ну-ка! Так, череп на Бобиса не похож, наверное, это не Бобис, слава богу! Это тоже, походу, не Бобис! Ну а это... А это точно не Бобян! Ё-моё, куда ж мне надо-то? Где Бобиса искать? Бобис! Ё-моё! Так, тут лифт! Ё-моё, лифт не работает! Капец!
Проклятый Вуди Икзе! Блин, это он нас сюда притащил! Так, надо сваливать! Бабиан! О, Диман, здорово, тихо, он здесь ходит, аккуратно. Да я видел, он там дверь разбил, слава богу, ты жив. Ой, вон он! Ой, вон он! Так, Бабиан, давай сюда! Блин, давай сюда, Даня! Давай сюда! Вон, куда, Андрюха, куда? Мертвый Андрюха, лежит! Блин. Да, Бабиан, давай за мной! На лестницу! Давай сюда! О, капец! Так, давай сюда, тут закрыто! Боже, блин, капец, что нам делать? У меня еще пистолет пропал, не знаю, куда ты выпал. Давай сюда! Заходи! Давай, аккуратно! Закрывай! Тихо, я спрятался. И он, наверное, увидел, Бабиан, что мы сюда забежали, а у тебя пистолет остался? Нет, мне ничего нет. Блин, Бабиан, у меня тоже! Вон он ходит! Ё-моё, он Андрюху убил и нас хотел! Сиди! Тихо, главное не спалиться, главное звуки не издавать. Так, главное молчи, Бабиан, молчи! Фух, вроде уходит, слышишь? Вроде или ушел. Я не знаю, слушай, Бабиан, как ты думаешь, что это за место? Похоже на какую-то страшную больницу. Да, возможно, морг. Морг? Ну? Ё-моё, Бабиан, мне страшно! Да мне тоже, капец! Но надо выбираться, Андрюху уже не заберем, хотя бы сами выберемся. Так, он давай. Он у нас в сердечке. Так, он у нас в сердечке, тут закрыто, Бабиан. Смотри, тут всю кровью, капец. Так, Бобя, смотри, а это... Блин, это тот самый лифт. Я в нем был, он не работает. Короче, Бобис... Да? Во, улица! Давай на улицу! Давай сюда! Давай, побежали! Ай, тут Вуди! Блин. Бабиан! Зараза. Так, тут закрыт проход, там закрыт! Куда давай нам? Вот сюда, внутрь! Давай, аккуратненько! Скоро ныкаемся. Блин, здесь! Капец, этот Вуди, Бабиан, он преследует нас, он охотится на нас! Прыгай! Фух! Он видел, что ты сюда зашел? Я не знаю! Да, нет! Я не знаю, Бабиан, что-то взрывается, блин! Так, сидим! Подвинься, сейчас сюда! Тихо, молчи! Все, он ушел, походу. Фух. Блин, Бобис, что же нам делать? Он нас преследует, он охотится на нас. А вот, смотри, Бабиан. Какая-то дверь, может, сюда попробуем? Давай, заходи. Ну, заходим тогда, Бабиан. Давай, залетаем. Опа. Ё-моё, тут все в кровище, Бабиан. Смотри, мертвый полицейский. У него револьвер, блин, слышишь? Да, я возьму, пожалуй. А, ты лучше стреляешь меня с револьвера. Конечно. Ну, ё-моё, блин. Так, ладно, смотри. А тут еще охранник, у него дробовик, Бабиан. Это я тогда возьму, чтоб не промазать. Давай, бери. Ой, блин, он выбил. Так, ё-моё, он дверь выбил. Тут Вуди, Бабиан, стреляем по нему. Капец, он очень давай, мы ему, сейчас у него шляпа слетит. Давай. С дробовика-то мы точно его убьем. Ой, капец, меня придавил. Бобис, главное не умри, Бобис, только не умирай. Да, это хорошо. Одного меня не оставляй. Тут больница, это новый корпус, блин. Перезарядка. Так, ему в спину, может, или шляпу ему скинем, Бабиан! А может, мы лучше бежим отсюда? Эй, ты, Вуди, мы тебе сейчас шляпу скинем! Давай, Бабиан, по-тихому убегаем, а то мы шляпу ему не скинем! Давай, может, сюда побежим? Так, как? Куда, не понимаю, Бабиан! Так, подожди, закрыться, давай сюда, может, давай наверх, этаж. Давай наверх, быстрее! Давай, Бабиан! Куда? Так, я не знаю, давай за ним... Вот, открыто! Давай сюда, Бабиан, закрывайся! Опа, так, закрывайся! Ух, смотри, тут дыра в стене, давай туда, может! Офигеть, Бабиан! Вот это да, давай тихо, сюда, блин. Аккуратненько, смотри, тут какие-то палаты. Мне кажется... Прыгай, быстрей! Бобис, давай сюда, слышишь, в окно! Давай! Тихо, блин! Лезь быстрее, лезь здесь, Бобян! Диман, я защищаю, сзади. Ё-моё, давай вот сюда! Ха, он не пролезет. Бобян! Да нет, да куда ты? Ты чё, Диман? Что? Давай не будем со второго этажа прыгать, мало ли разобьемся. А, ну точно разобьемся. Так, он ушел, Бобис. Тихо, спокойно. Он ушел, Бобян. Так, слышишь? Же натуре высоко прыгать. Высоко. Так, ладно, давай осмотримся. Выходи потихоньку сюда. Так, Бабиан, хорошо, что он отступил, слышишь? Да, это очень хорошо. Так, аккуратно. Так. Ай, Бобис, он здесь, блин. Куда нам, Бобис, куда так, нам? Я не знаю. Что нам делать, Бабиан? Капец, страшно. О, смотри, тут это самое, давай сломалось. Давай сюда. Давай. Так, вот смотри, здесь можно по фонарному столбу вниз спуститься. Давай, ай, по фонарю, Бабиан, вниз. Спускаемся, аккуратно. Фу, блин! Вон он, смотри, он стоит там, спалит. А он боится, Бабиан, спрыгнуть, боится. А тут вот полицейские, у них пушки. О. Вот, их можно подобрать, Бабиан. Тут посерьезнее. Опа, уже пушки. Отлично, СМГшечки. СМГшки, блин. Да. Вон там, может, дробовик где-то еще лежит, Бабиан. Аккуратно только. Да я плохо с него стреляю. Бобби, Вуди пропал. А вон он. Где? Вон он. Слава богу. Что он сзади? Что, слава он богу? О, блин, он вышел. Он пропал. Не суетись, Бабиан. Не суетись, я тебе говорю, не торопись. Погоди, может, он нас не заметит. Сиди, не стреляй до последнего. Я спрячусь. Да, может, он нас не видит. Тихо, Бабиан. Аккуратно, Бобис. Аккуратно. Ой, блин. Все, Бабиан, стреляй! Все, нашел! Тихо, где он? Вон он, вот сзади! Он очень быстрый, Бобис! Он очень быстрый, это страшный Вуди! Ё-моё, аккуратно, Бабиан, аккуратно! Ладно, так, где он? Опа! Давай, стреливай, Бабиан, так, с этих пушек! Перезарядочка, он на меня бежит, он меня хочет съесть, Бабиан! Сейчас, сзади подхожу! О, куда он?
Бобис, он у стенки! Нифига себе, нифига себе, он прыгает, Бобис! Нифига себе жестко! Перезарядка, Диманчик, помоги! Аккуратно, Бобис, помогаю! Бобян! Во-во-во, смотри, смотри, стреляй, идет, стреляй, идет. Стреляй по нему, стреляю, блин! Так, стреляй, стреляй, вот Бобян! Давай наверх, Бобис! Оказался. Не знаю! Ё-моё, Бобян! Бобис, ты где? Я вот, он со мной сражается! Стреляй, стреляй по нему! Стреляй, стреляй! Бобис! Ё-моё! Ё-моё, 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 ё-моё! Нифига себе, он меня откинул! Так, 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 тихо, тихо! Он там Бобяна, что ли, убивает? Прям рядом с ним стоит! Блин, капец! Бобяна, походу, с концами убил! Ё-моё, похоже, мне не вытащить Бобиса! Придется мне убегать одному! Дурацкий Вуди Икзе! Получай! Все, ладно, надо сваливать! Фух, блин, удрал оттуда! Жалко Андрюху и Бобиса, блин! Я вроде как оторвался от этого, блин, Вуди страшного. Какие-то камни тут. Где я вообще, блин? Куда он нас запихнул? В каком городе мы были, непонятно. Не понял? Он за мной, что ли, все это время, блин? Ё-моё, получай, дурацкий Вуди, блин! Он меня преследует, он охотится на меня! Ё-моё, ё-моё, ё-моё! Вообще никак от него не отвязаться! Дурацкий Вуди! Получай, блин, гадёныш! Почти догнал меня! Ё-моё, блин! Получай, Вуди! Нифига себе! Нифига себе, как он прыгает! Нет! Не трожь меня! Капец он быстрый, он меня кружит, голову закружил! Ай, патроны, перезарядка! Очень больно, очень больно! Ё-моё, он супер быстрый, мне от него не оторваться, только убивать, только убить его! Больше никак от него не оторваться! Ё-моё, перезарядка! Патроны! Чё ж ты не перезаряжаешь, дурак? Блин, быстрее! Всё, походу... Ну вот и все. Это была последняя битва с этим Вуди Экзе. Диманчик, братанчик, как ты? Жив-здоров? Диман. Бобян, да. Да, я жив! Слушай, есть аптечка какая-нибудь? А. Да, конечно, я в БТРе приехал, видишь, какой большой? Да, ты молодец, Бобян, где ты его взял? Да так, украл с военной базы. Понял, давай аптечку, брат, пока я не умер до конца. Ща-ща, братишка, держи, лови аптечку. Давай, Бобис, давай. Да. О, нормально, легчает, Бобян, легчает. Сейчас встану. Фух, Бобян, отлично, ты его уничтожил, и я жив. А как ты выжил? Да как? Он же меня убил, понял? А он на мне был бронежилет, оказывается, и вот так вот и выжил. А, это бабушкин свитер не пробить, Бобян! Да! Ё-моё, ну ты красава! А Андрюха, он с концами умер! Походу, да. Блин, ё-моё, но мы уничтожили, Бобян, этого Вуди Экзе, ты да, молодец! О, блин. Ну все, поехали, Бобян, домой! Let's go! Поехали отсюда! Ага. Ну что ж, ребятки, вот такой замечательный ролик у нас получился. Мы с парнями надеемся, что вам все понравилось. Обязательно подписывайтесь на наш канал, не забывайте про лайки, про колокольчики и про положительные комментарии. Но вас сегодня веселили, как всегда, Оверфони и Бобби. Ссылочки на канал Пэтсков найдете в описании. Смотрите их видосики и стримы. Ну а мы желаем всем всего-всего самого наилучшего. Всем большое спасибо за просмотр, удачи и пока-пока! Всем баю-бай, дорогие друзья! Ну а чуваки!